продолжаете наблюдать. А главное, он должен подписать бумагу. Толстой здесь является неразгаданной загадкой. Я надеюсь на вас. Это история, основанная на документальных событиях, о том, что Лев Толстой, ему предлагали продать собрание сочинений за 1 000 000 рублей. По тем временам огромная сумма. Все рукописи и дневники скоро не будут стоить больших денег. Мама! Вы должны поговорить с ним, мама! Боже мой! Наследство Толстого, его семья. Современный зритель не просто союзник, он может быть соавтором, если ты правильно расставляешь все эти вот ловушки и драматургические ключи. У меня было абсолютное чувство, что я внутри. Что ты сидишь не вот на одном стульчике, а ты одновременно присутствуешь во всем зале. Милый мой, миллиона нет и не будет. Страсти и сомнения вокруг этой истории никогда не уймутся. Здесь два таких полюса притяжения. Сам Толстой, которого нет, и Софья Андреевна. Его жена, его муза, его злой демон, как многие считали. Открываем или раскрываем для себя заново гениев. Со своими большими достоинствами и недостатками. Пока муж решает проблемы мироздания, ну кто-то же должен заниматься всем этим. Мы стирать готовы. Я не могла всю жизнь понять, чего они вроде, он такой известный, богатый, усадьба. Чего они там не могли поделить? Я теперь поняла, и сама прожила. Я теперь поняла, и все точно, как у нас, как у всех. Конечно, нужно смотреть на эту историю глазами народной артистки Ирины Алферовой. И у вас будет такая подробная актерская история. И первый раз в жизни я просто не могла оторваться и... У меня было такое ощущение, что я все классическое читаю. Я хочу поблагодарить автора, потому что автор очень хорошо. Здесь хочется слышать каждое слово. Очень хорошая пьеса. Спасибо. Очень. Да. Вам легко быть добрым из барских комнат. А кто-то здесь должен быть злым. У всех долги. Софья Андреевна, будучи рядом с Толстым, как личность вырастала, и они... В какой-то момент действительно становятся такими равноценными соперниками, соратниками. Гению надо общаться с Сократами, Буддами. Ты отдашь ему все силы, всю молодость, красоту. Но придут чужие люди и упрекнут тебя. Ирина Алферова, конечно, создает свой интереснейший, яркий и незабываемый образ. Она приехала в эту ясную поляну с надеждами. Вот и вдруг. Ну что нехорошего, то, что я люблю своих детей больше, чем крестьянских мужиков. Ну я просто счастлива, что в России есть такие люди. Сопереживаю и... Как режиссер к этому относился, но, по-моему, каждый из вас привнес немножко себя. Этот спектакль для самого взыскательного зрителя, который хочет получить супер-классную актерскую драматургию всевозможными видео и аудио спецэффектами. Ощущение, что отражается абсолютно каждая деталь. В какой-то момент я себя спросил, а почему вот вы так живете? Ведь наверняка мать не научила вас. Если отец вас не научил правильно жить, в этот момент буквально герой говорит именно об этом. Значит, для чего весь... подвиг ее жизни. И неужели это не должно быть вознаграждено? У вас совершенно необычный спектакль. Это не классическая подача материала. Для меня это сегодня было свежее впечатление. Смотрел на глаз, на око Саурона. И он вписывается, спектакль, в это пространство. Безусловно, школа современной пьесы – это театр-дом. И самое страшное для театра, если он становится музеем, человек становится экспонатом. Актеры замечательные люди, богатые, богатые духовно. Духовно. Как говорится, все больше у меня любовь. Спасибо. Огромное спасибо. И как обычно, традиционно мы завершаем утверждением, что публика умница.